Визит приставов в зоомагазин не ради развлечения. Владелица торговой точки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода задолжала около 40 тысяч рублей налогов и страховых взносов. На уведомление о требовании погасить долг женщина не реагировала, на звонки не отвечала. Как выяснили служители ФИМИДа, никакого имущества на бизнес-леди зарегистрировано не было. В результате специалисты арестовали часть товаров зоомагазина, который ей принадлежит. Теперь у предпринимательницы есть 10 дней для уплаты 40 тысяч рублей. В противном случае 3 больших аквариума с фильтрами будут отправлены на последующую реализацию в счет погашения долга.